перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Йоу, кто не спит, залетайте, залетайте, кто не спит, йоу. Топ эфиров у нас, только у нас. Так, что пишете? Присоединились. Кидайте заявки. Я нормальный. Я вот после тяжелого дня отдыхаю. Прилег на немного. Интересует вопрос, куда они... Второй с династии Ди. Он занимается там своими делами, бизнес у него. Чё не спишь? Я вот уже практически сплю. И вот решил выйти в эфир. С вами... чуть-чуть пообщаться. Вот. Чё, как настроение? Чё, как? Династия Ди, это была вышка. Пишут мне. Когда альбом? Саня набил татуировку с цитатой из твоей песни. Глянь в профиле. Ты мне кинь фотку в этот, в директ, я гляну. Когда альбом? Про батл накинь пару слов. Про какой батл? Насколько что... В феврале альбом, да, по-любому. В феврале альбом. Салют, Саня, приветствую тебя из Беларуси. Ждем альбом больше, чем Новый год. Привет, Беларусь. Альбом скоро будет. Можно песню на ночь? Мне откуда поставить песню, к сожалению. Я не курю. Давайте, может, заявочки с кем-нибудь пообщаемся. Заявочки. Так, посмотрим. Все заявочки. Заявочки какие-то у меня тут. Саш, ты читаешь не под свой продакшн? Если да, то куда выслать биты? Очень редко, практически нет. Привет. Привет. Вот крайний раз это был сингл с Олегом, где я не читал под свой продакшн. Как тебя зовут? Меня Вика зовут. Что расскажешь, Вика? Да ничего, вот поднялась к соседям посидеть. Покажи. Уложила соседей. Малышей. Покажи соседей. Соседи все уже спят. А, ты одна тут не спишь? Угу. Написано, она убитая наглухо. Ну, ребят, ну все у вас убитые, понимаете? Вон человек аж завис интернет от ваших, от ваших комментариев, понимаете? Не, им кажется.
Ты трезвая? Не могу сказать. Ясно. А ты откуда? С Питера. А, серьезно? Ну тогда точно не трезвая. Видели? Не совсем. Я только трезвый, вот честно. Могу пописать в баночку, если не верите. Я уже смотрела эфир, ты говорил, ты за ЗОЖ, да. Кстати, вопрос. А? Вопрос ты там пропустил, может, не видел. Как тебе знакомство с нашим Артемкой Тарасовым? Ну, мы с ним познакомились как в эфире. Я его набрал так же, как тебя сейчас. А, да? Да, ну, нормальный чувак. Почему спрашиваешь? Мы снимаемся в одном проекте. Мы снимаем, типа, «Дома 2», там, «Заперти до свадьбы» называется. По телеку будет? Нет, будет у него на YouTube-канале. Ну, ты не рассказывай, не пали фишку-то. Может, так нет, это уже все знают. А, и что там будет в этом «Заперти до свадьбы»? Ну, что-то подобие «Дома 2». Ребята... Только питерская. Так там все угорают. Говорит, Артем, как ты мог писаться? Но Артем ведущий у нас. И типа в доме будут жить типа народ? Да, на протяжении месяца. Но это уже все отснято. Скоро там будет... А, уже все сняли? Ну какая там была жесть какая-то? Ну там на самом деле... Ну драки там, полеты всякие. Ну да, будут. Трахаться будут, драться, все когда? Конечно, конечно. Нет, ждем, ждем тогда. Ждем 14 февраля выходит первая серия. Ждем этот проект, блин, круто. На самом деле, альтернатива «Дома 2» — грязная интернет-версия. Ну, это и хорошая идея. Мне даже в голову такое не приходило. Сейчас ты мне сказал. Буду ждать, короче. Да, вот скоро-скоро уже осталось, буквально пару недель. Вот немножко... Неделька. А? Неделька осталась уже. Да, вот и пропиарили. Так, люди машину в космос отправляют, а они на лыжи. Да, мы в лес уезжаем. Такое пишут в комментах, бля. Я даже не читаю, не успею даже читать. Гуф перепел птаху. Все обсуждают батл, короче. Версус. Кто с кем? Лёша с Давидом. Лёша с Давидом. Мне на самом деле, конечно, не особо это там все дает. Ну, Гуф с Птахой. А, все, теперь все дает. Пиздец, говорит, пиар, 250 человек. Ну, ребят, ну а что, я не виноват, что 250 человек. Мало, что ли? Ну, мало, типа, да, видишь. Блин. Ну, все спят. Подъебывают меня, что 250 человек, нормально. А что она у соседей? Они спят, что за прикол пишут? А, просто у меня дома детишки спят, поэтому там не поорать, не погорлопанить, а я любительница покричать. Серега, а соседям им пофигу, они там живут одни отдельно, я сижу у них на кухоньке. Ну, чисто питерская, да, вот эта вот движуха, я понял. Да. Ладно, чё, спокойной ночи, был рад. Ждем проект замечательный. Давай, пока. Спокойной. Ох ты, какой милый, привет с Украины, привет. Снимай пранк над соседями. Вообще похуй, 250 или 100 тысяч или 10, ну, в принципе, да. Из Минска салют. А, делаешь ты на уровне. Если начнешь всех разъебывать, как Гуф, будет и 10 косарей. То есть, понимаете, да, мне, к чему меня склоняет? Юг салютует. Привет, кто здесь? Хочешь, чтобы Олег приехал в Питер? Ну что, было бы прикольно, просто нет у него такой возможности. Слава, здравствуй.
Здравствуй. Видишь, опять ты не поехал в Питер, все пропускаешь. Салют из Хьюстона, салют. Привет, малыш. Че, давай этот, потрещим на сон грядущий. Так. Так. Так, что-то не... и нет у тебя, да и нет, или есть, да, вот ты есть. Так, сейчас тебя набираю. Славу набираем. Немножко бро, когда с концертами в Чикаго. В Чикаго зовут, братан. Едем в Чикаго. Погнали, погнали. Чикаго, привет, дорогой. Что-то тебя прям 1000 лет не видел тебя. Привет. Ну ты же все где-то там пропадаешь, ну, на гастролях. Я, короче, что-то тут жестко так завис в Уфе. Проебал свой рейс, короче, и на 2 дня залип там. Просто жестко как-то. А ты сейчас в А ты? Уфе? Не, я сейчас уже вот приехал, я уже сейчас в Москве. А, я в Питер, короче, в Питере. Да, мы сегодня, короче, со Стонером ходили на какую-то новую передачу, где смотрят, короче, клипы всякие разные, типа обсуждают. Но она как бы идея не новая, но это просто делают новые типы. У них там, короче, типа, ну, хороший там рейтинг. Сейчас вот вышел там с Пашей Техником, очень смешно, я не знаю, видел А, ты, не я видел? видел, охуенно, да. Да, вот, короче, мы у этих типов, короче, смотрели со Стонером клипосы, вот, и там, типа, нам задали, вот, типа, вопрос, а чё, ну, как бы, ну, ладно, короче, ну, мы, конечно, всех захейтили, вот, этот ведущий там, типа, ну, чё вы-то там, чё смотрите, я говорю, ну, сейчас, дай я Сашку по Смоке порадую, короче, он будет смотреть наверняка эту передачу, смотри, короче, не думаю, что я поставил, Чего? ну, как бы, Блядь! Я надеюсь, ты не поставил то, что я думаю, блядь. Ты чё, арку поставил? нет, ты что, гонишь, что ли? Блядь, Нет, ты чувак! что, старик, нет, ты что? Блядь! Блядь, не. Я бы не так, я бы не стал тебя шкварить. Ты что, что ли? Я поставил Бля, не... зебракац. Бля, ну мой бы надо было какой-то клип поставить. Но зебра это тоже люто, блядь. Че? Зебра это тоже люто, чувак. Ну да, это пиздец. Ну хоть люди узнают, блядь, об этом гении. Ну да. Вот тот Не, ну клип наш почему? любимый. Это не так страшно. Если не знаешь подробностей, то это не так страшно. Вот. А, ну да, ну мы не будем раскрывать подробности. Слушай, а вот пишет Конечно. привет Саша и Слава, нам пишет Queen, Drama Queen. Йо, what's Ты знаешь, да, кто ты такая Queen Drama? А? насколько в Питер уехал? Ненадолго. Когда Ненадолго. обратно? Ну, то есть на Скоро. днях, да, уже? Да. Скоро, да? Да. Я понял. Да я бы, в Чё, принципе, мог бы. подъезжай. Подлетай. Если ты ненадолго, то что? Мне смысл... Короче, напишешь мне потом в личку, насколько ты там, я решу для себя. Ну, то есть, если ты прям совсем прям скоро, то смысла нет. А если как бы там, ну, еще какое-то время ты будешь, короче, напишешь в личку мне, сколько ты там будешь, Блин, и... я думал тебя набрать на самом деле, Да. когда уезжал. Вот, потому что я, в принципе, ну, я бездельник, и я, в принципе, могу сорваться прям, если что, могу прям резко сорваться. Вот. Короче, спишемся еще. Че, какие новости? Ты мне рассказывай, какие новости. Ты где, дома? Да, дома, да. Ты мне новости рассказывай какие-нибудь. Да чё, я студийная мышь. Я сижу на студии, не вылажу. Вот, съездил, проветрился до Уфы, дал концерт. Вот, Уфа прикольно встретила, народу было много. Вот, познакомился с типами, короче, из группы Сюзанна, что там какая-то там. Помнишь, знаешь, слышал, не слышал эту песню там? Дай мне собраться. В смысле, я не могу. Да, не слышал ты такую песню? Нет, что за Сюзанна? Ну, какие-то там молодые ребята. Вот, познакомился, у них был концерт. Но они, короче, так на жестком хайпе, там, короче, народу А, набили. ну ты имеешь в виду Мальбэк? Мальбэк, да, вот, точно, А. молодец. Да.
Я же тоже о них не знал. Вот, я просто заранее такой прилетел, типа, вот у нас там, типа, выступает Мальбек. Что за Мальбек? Послушал. И потом просто я на слух, я помню, что где-то я слышал, я не слушал их конкретно четко их, но я слышал этот припев. Сходил на их концерт, прикололся. Ну, такие прикольные ребята. Ну, такая хипстота прямо жесткая. Круто. Познакомился, да, с ними? Ну, да. Зазвал их даже в гости, они вроде сказали, зайдут в гости. Ну, обними от меня тогда всех. Хорошо, а что, Стонер уехал уже? Стонер завтра выезжает. Бля, он же на батле был. Да, да. Он мне даже сегодня немножечко всяких подробностей рассказал. Только не пали его сейчас. Дурной, что ли? Конечно, нет. Пусть все смотрят. Да, короче, а мы что? Я не курю, ребята. То есть то, что у меня, бля, глаза такие. Я сегодня спал 5 часов и приехал только, бля, заебали. Пишут, что я накуренный. Да? Это, ну, мы сейчас делаем... Я подумал, что ты перестал даже курить вайп. Нет, вейп я курю. Я айкос курю, вейп курю. И, ну, блядь, ну, типа, ты же знаешь, я не употребляю ничего. Мне вообще похуй. Если бы я употреблял, я бы об этом открыто говорил. Мне вообще до пизды. Ну, блядь, просто обидно, если я не употребляю, чтобы такое мне писать. И такое говорят. А ты что, ты в подушке куда-то там укутался? Да, и в гостинице, блядь, мне что-то, блядь, ну так вообще присобачил. Ну, устал реально. Так уютненько выглядишь, на самом деле. Да, уютненько. Так охуенно, ребята. Просто все, кто хейт пишут в комментах, они не понимают. Ну, типа, блядь, я типа в любимом отеле, короче, в любимых подушках, бля, просто утонул. Круто, круто. Че это? Это, монтируем сейчас Макиавелли, братан. Да ладно, ты снял клип на него? Да, я же тебе говорил. Ну да, я просто забыл. Ебал уже, бабла, короче. Да? Блядь, ну это будет разрыв. Когда альбом, блядь, ты заебал уже вот. Каждый день. Открывай Инстаграм, блядь, не первый день. Все время, блядь, я думаю, что, сука, блядь, когда уже? В 20-х. Просто скоро снится будет эта красная обложка твоя. Слушай, это нормально работает, эта хуйня заебывающая каждый день, блядь, обложка просто... в сторис. Как знаешь, как красная тряпка уже просто. 20-й, братан, причем я тебе могу так, не знаю, как, насколько нужно ли говорить эту инфу, но закину, что изначально он бесплатным будет. А, да? Ну, да. Это крутая. Че, прикольно. Вот, типа он выйдет в 20-х числах февраля, это то есть уже через 10 дней. Угу. Ну, кайф. Да, кайф. И то есть для всех просто можно будет... Мы, даже... старики, уже заждались. Не знаю, как там молодежь, но мы уже... Да. Куин, драма, Куин пишет. Мне тоже уже снится эта красная обложка. Ну, ты понял, кто такая Куин, драма, Куин? Ну, я понял, да, это же известный человек. И забыл, как зовут. Ах ты, слава. Что там, как Игорёша поживает? Я так давно вообще никого не видел, надо съездить уже, в конце концов. Ну, так я тоже не был, типа, там 2 недели, ну, там дела там были туда-сюда. Я вот приеду в Москву. Там охуенно, за городом, снег, вот эта вот вся романтика, ёлки там, ёлка. Слушай, а ты-то на батл не ходил? Нет. Нет? Потому что что-то ходили слухи, что ты там должен был быть. Я там в шапке-невидимке, братан. Да? Меня никто не видел. Ну вы, суки, пишет Куин, драма, Куин. Да. Да я говорю, Слава такой, он, понимаешь, он даже твое имя уже не помнит. Да что мне, блин, Маша, все нормально. Не о, все, реабилитировался, молодец. Это? Да. Всего выступил, короче, Слава КПСС, это вообще, блядь, я просто поржал с ним. Ты хочешь сказать, что он был на батле, чувак? Нет, в том-то и дело, что его не было на батле. Его там, типа, раздувал эту движуху, очень смешно. А, я видел, да, в Твиттере. Ну да, у нас там тоже в Твиттере были прикольчики. Я там троллю, блядь. Люди все, блядь, всерьез, блядь, все.
Все, блядь, на негативе на каком-то, блядь. Ну, нормально, что, блядь, похуй. А у вас-то когда история с батлом начинается? Уже есть какие-то там понятные вещи? Или это все я думаю, первые батлы начнутся уже в марте, братан. В марте, да? Может быть, даже, ну, скорее всего, в марте первые батлы начнутся. Сейчас мы только в процессе собирания команд, короче. Ты уже кто-то себе нашел? Ну, есть наметки, да, есть наметки. Просто это очень важный момент собрать команды, и чтобы они были именно собраны из таких прям сильных участников. Круто. А поскольку человек там есть определенное количество человек, сколько надо набрать? Слушай, ну я пока не буду там инфу, типа, на... Ну, так, согласен. Ну да, типа официально там не буду кидать инфу, там нормально должно быть. Как бы я думаю, что я соберу сильную команду, которая... Встретиться да попиздеть. А? Надо, говорю, просто встретиться да попиздеть нам. Ну вот я на следующей неделе как раз приезжаю в Москву. Сейчас это заканчивается. И можем в четверг дернуть за город. Там шашлыки, коньяк, короче, маньяк. 17 числа у меня гастроли. Это какой день? Я не знаю. Короче, 17-го типа... Это ровно через неделю, братан. Сегодня... Четверг, а, ну да, у тебя гастроли через неделю. Ну давай что-то будем думать, что. У тебя где, куда гастроли? А у меня в ту же сторону, в сторону Уфы. Ну я туда как Сови еду уже, как раз такая у меня история была. Нормально тебя потянуло, да, на гастроли? Ну да, надо немножко ездить, это что-то как-то уже это, засиделся. Да я на самом деле кайфанул, я отдохнул от гастролей вообще. Сейчас с новым кайфом такой, как бы, врываюсь нормально. На вот у Женьки... А? У Женьки классно пошли концерты. Видел, какое у него количество концертов? Пиздец, я охуел от тура нервов, чувак. Да, это да. Пиздец какой-то. Что это за чернокнижество? Это хороший менеджмент называется. Я охуел, чувак. Просто я увидел их тур просто. Это какой-то просто, как будто это какие-то Rolling Stones поехали в тур, блядь. Да, старик, причем это у него все будет на протяжении вот буквально там полутора или двух месяцев, как бы. То есть это все вот так. Да, я видел 2 месяца, там городов 50, наверное. Вот. Мы же с Женькой ходим в зал. Угу. Вот, мы общаемся с ним. Вот. Ну, у него все нормально. Красавчик. Себя приходит в себя. Вот. Кушает правильно, питается, там каждый день выставляет свои истории, что он там готовит. В общем, Мельковский... Да, по спорту пошел. Да. Мельковский сошел с ума. Вот. Тут даже как девочка, по-моему, у нас только что где-то писала нам из зала. Вот. Старичочек. Давай тогда... Ты с Сумнатрангом-то познакомился уже? Ну, как, лично так вот прям, чтобы там с ним посидеть, поболтать, пообщаться, еще такого, ну, не было у нас, как бы, не то чтобы возможность, я не считаю, что это какая-то возможность, не было случая, скажем так, да. А так, ну, виделись там, здоровались. Я тоже, да. Нормальный парень вроде, да? Ну, вроде, как бы, блин, ну, я не могу ничего сказать. Че, ну, как бы... Мне трек его нравится, вот этот «Медуза», прям, как бы, нам... Зашел. Хороший, посмотрим, что как. Ну, удачи, пусть сложится у него все. Вот. Ладно, что, братан, что, обнял, на связи тогда. Давай, мы. Давай, все, пока, чао. Саня, ты че здесь? Люблю, когда вы вдвоем в эфире. Ты научишь биты писать. Саша, Алена. Так, ну давайте, кидайте заявочки. Может, кому-нибудь наберу сейчас, пока я не вырубился еще. Кто тут у нас? Диана. А ну, Диану наберем. Диану сейчас наберем. Привет, всем привет. 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 Привет, девчонки. Как дела?
Нормально. Не, видите, как нормально. Придавило, помогите. Да. Да мы только спать как раз стали, собрались уходить и... Спать встали. Ну, да, и обратно вернулись. Мы из Казахстана, привет. А с какого города? С Алматы. А мы с тобой переписывались ВКонтакте. А, вы с Алматы. Привет, да. Привет. Ждем тебя в Алмату. Я ж проснулась. Я тоже. Я извиняюсь, что я зарытый. Меня просто придавило немного. Накрыло. Накрыло, да. Салам с Павлодара. Привет. Привет, земляки. Она, кстати, поет. Нет, нет, все. Что она? Она поет охуенно, кстати. А можешь спеть что-нибудь? Давай, сама. Например... Работает стол заказов. Давай, было и было. Не, давай не рэп, давай что-нибудь вокальное. Да. Прям такое вокальное. Это у тебя татуировка на шее? Да. Угу. Офигеть. Вот это серьезная уже движуха. Угу. Да, она вся в татухах, покажи. Ну, покажи. Если когда-нибудь мы увидимся вживую, я покажу. Все, окей. Давай, пой.